Всем привет! Сегодня мы сделаем скутер или самокат из одного шарика. Накачайте шарик любого подходящего вам цвета, оставляя примерно 10-сантиметровой длины хвостик. Давайте сделаем первый очень мягкий, примерно 8-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Теперь давайте сделаем второй, примерно 18-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца второго пузыря в один замок. Как всегда, во всех инструкциях я даю приблизительные размеры всех пузырей. Для ваших скульптур вы всегда можете изменить размер всех пузырей. Теперь нам нужно вставить первый пузырь в середину петли второго пузыря. Вот таким образом мы сделали заднее колесо. Теперь давайте сделаем третий мягкий, примерно 5-6-сантиметровой длины пузырь. А вообще я его сделаю большего размера. Давайте сделаем третий пузырь примерно 7-8-сантиметровой длины. Замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Теперь нам нужно сделать четвертый примерно 13-15-сантиметровой длины пузырь. Это будет доска или подставка для ноги. И затем нам нужно сделать переднее колесо такого же размера, как и заднее колесо. Сделайте пятый мягкий, примерно 8-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца пятого пузыря в один замок. Затем нам нужно сделать шестой, примерно 18-сантиметровой длины пузырь. И замкнуть оба конца шестого пузыря в один замок. Порядок. Теперь нам нужно вставить пятый пузырь в середину петли шестого пузыря. Таким образом мы сделали переднее колесо. Теперь давайте сделаем седьмой примерно 10-сантиметровой длины пузырь. Оставшуюся часть шарика я разделю на два длинных пузыря примерно одинаковой длины, около 12 сантиметров в этом примере. И на самом конце шарика я делаю примерно 2-3-сантиметровой длины пузырь. Десятый пузырь. Нам нужно замкнуть все концы 8 и 9 пузырей в один замок. 8 и 9 пузыри будут представлять собой руль. Ну а последний маленький 10 пузырь будет представлять собой фару переднюю. Давайте поправим все пузыри в нужное нам положение. Поздравляю, мы сделали скутер из одного шарика. Получилась довольно-таки простая, но быстрая в изготовлении скульптурка. Подписывайтесь на мой видеоканал, комментируйте, кликайте лайк. Веселых вам выкрутасов!